Спасибо, да. Полностью контролировали первый тайм. Имели очень много моментов, но не реализовали их. И вот у них в конце, на последних минутах, полузащитник мяч принял. Я ему чуть-чуть дал на расстояние, и он на самом деле хорошо еще пробил. И я думаю, у них полностью в целом за всю игру, там было, я не знаю, 2 удара или 3. Мы полностью контролировали игру, но опять-таки говорю, нам надо забивать. Я думаю, голы придут. Георгий, в первую очередь поздравляю с забитым мячом. Первый гол за Арсенал. С какими чувствами вообще его встретил? Спасибо большое за поздравление. Конечно, я был рад, но, к сожалению, нам не удалось сегодня выиграть. В последних 3 играх у нас мы хорошо играли, но, к сожалению, нам не сопутствовала удача, поэтому нам не удалось победить. И мы немного разочарованы. Ну, это на самом деле у нас не в первый раз уже там с Рубином выигрывали, ничего сыграли. И на выезде с Уралом, в принципе, неплохо играли. Опять на последних секундах пропускаем. В раздевалке подбадривали друг друга. Тренер говорил, что, в принципе, 45 минут – это очень много. Опять-таки сравняли, забили гол, но надо было дожимать. Как ты правильно подметил, в последних 3 матчах у Арсенала очень хорошо получается игра в атаку, доминируете, но никак не удается выиграть. В чем проблема и как это исправить, тем более, что впереди игра с Спартаком? Я считаю, что в футболе должна в первую очередь присутствовать логика. Я считаю, что мы играем в очень красивый футбол, в принципе, среди команд. И спасибо большое нашим фанатам, что они это ценят. И мы будем, конечно, показывать результаты, и в следующих играх нам придут наши очки. Ну, в принципе, там все правильно делали. Там в конце даже Горбатенко бил, вратарь хорошо сыграл. Я думаю, голы придут. Надо самое главное также работать. Я думаю, все хорошо. Мне было достаточно легко войти в эту игру, потому что я был сконцентрирован с первых минут, и также тренер перед началом матча на все сказал, что мы должны быть готовы и готовы выходить на поле, потому что может случиться все что угодно. Ну, сегодня для вас 100-й матч Арсенала в российской премьер-лиге. Как-то эта тема между собой в раздевалке обсуждается вообще, что это для команды? 100-й матч премьер-лиги полностью, ну, у команды, и хотелось, конечно, порадовать болельщиков, они нас всегда поддерживают. Я думаю, что перенесем наш «Спартак». Чувствовалось, что в этом матче сегодня не хватало последнего паса, последнего удара. С чем это было связано, как на твой взгляд? Когда ты не выигрываешь, ты всегда начинаешь искать оправдание, но статистика показывает, что у нас сегодня было больше 20 ударов по воротам, и их вратарь спас 3-4 гола. Поэтому, в принципе, нам не хватает только немного удачи и уверенности.